там с паспортом? Ничего, псина не отвечает. Вот засада. Эй, хорошо, что эти ухвостища нас не разоружили. Показывают, что не боятся. Проверенная тактика. Кататианские воины часто идут в бой, в чем мать родила. Стриптиза не нужно. Слушай, это могло бы отвлечь их внимание. Да, не то. Есть другие идеи. Спазм сможешь? Даже с пеной. И с судорогами? Да, могу изобразить. Ладно, как маякну, ты в припадке на пол вались. Они тобой будут заниматься, а мы в один из коридоров дернем. А мне как быть? Ты, в общем, это... ты проявишь героизм. Я не собираюсь. Прошу за мной. Ну же, Квилл, вались. Изобрази подучую. Давай другой план. Так матриарх прям нас хотела видеть? Именно тебя. Не понимаю, почему. Питер вообще полон сюрпризов. Хотя, если речь о том, кто первый на промывание мозгов... Вот что вы думаете. Что мы промываем мозги? Мы столкнулись с вашими обращенными. Назвать их фанатиками – ничего не сказать. Они приняли обещание матриарха. Да, это меняет личность. Но они пошли на это добровольно. Квилл, тот дрон — это наш шанс. Что? Как? О чем это вы шепчетесь? Ну? Я есть Грут. Спрашивает, в курсе ли ты, что ты злодей? Да просто обсуждаем, до чего огромный у тебя корабль. Величественно, верно? Вера в матриарха вернула ему довоенный облик. Как вернет нам и всех, кого мы ранее потеряли. Матерей. Любимых. Детей. Обещание вернет умерших? Конечно, нет. Они не могут вернуть умерших. Не мы, но матриарх. Священный сосуд. У меня идея, но нужно время. Может. Отвлеки его. Что за... Ну, смелей. Если бы я хотел вас убить... Ух ты! Обалдеть, это... вот это крутяк. В чем фокус, объясните? Колдовство. Меня не удивляет, что некоторые думают так. Но я применил науку. Это наука вера. Вера – наука? Вздор. У веры энергия есть. Этот бот. Мои инквизиторы. И даже сама Сакралия. Все питается одной и той же чудесной энергией. Энергией, открытой мной. Я хакну дрон, отвлеки его. Что, сейчас? Что? В чем дело? Скажите... Это... Это ваше открытие дало вам возможность... энергией пользоваться. Энергией веры. Да. Просто, мне кажется, энергия, как ее... веры, она... Это же так много, чтобы сразу все переварить. Вопросов у нас слишком много. Скажем, как вы ее открыли и где... Расскажите, расскажите нам все. Точно. По порядку. Да, просим, в подробностях. Тогда шла война. В ту пору мой народ религиозным не был. Мы были учеными и шахтерами. Бороздили просторы космоса, искали мы ресурсы. И что ж, мы нашли смерть. Неописуемую болезнь. Мой сын, единственный сын, сгинул в мгновение ока. А после он воззвал ко мне свет,
Отбросив свой твердолобый рационализм, я отправил за ним народ мой. И я обрел его. Ну, продолжайте же. Стойте. Вас было больше. Что? Нет, не было. Сей факт мы бы из виду не упустили. Конечно. Прошу, дальше. Так увлекательно слушать про... ну, эту... Вы упомянули каких-то их. А кто это? О чем ты? О чем вы говорите? И не могли бы вы поговорить об этом еще? Я рассказывал о нем. Целители, что отказался вернуть к жизни моего сына. Стойте. Вас было больше. Коротышка пропал. Может, умер, как ваш сын. Разрыв! Что? Я... есть. Что это с тобой? Кажется... Да, у меня сердечный приступ. Почему мы его не спасаем? Кривляться перестань. Ладно. Считаете себя умнее других? Не понимаю, о чем вы. Хотите отвлечь меня, потому что боитесь. Но вы напрасно боитесь. Что? На место, чтобы я тебя видел. Да-да. Сейчас вы встретитесь с матриархом. Ракета, придумал, как сбежать. Мы вызовем Милана. Мой новый друг покажет дорогу. Грызун, ты говоришь загадками. Да, мне действуют на нервы гигантские роботы-убийцы. Хотят представить нас своей новой мамочке. Кстати, о мамочках. Кто еще подозревает, что бывшая подружка Квилла переквалифицировалась в сектант? Кончай. А что? Мы все так думаем. Госпожа, вот они, стражи галактики. Спасибо, объединитель. Стражи, подойдите. Питер Квилл, прикажи своему отпрыску сейчас же спуститься. Прости, если я дерзок, но... Не маловато ли ты для таких коротких платьев? А ты не староват для имени на одежде? Что ж вы так долго? Ну да, дедуля много болтал. Мы тебя вытащим, подыграй мне. Но... Здесь нам и положено быть. Я спасу всех. Я должна, я обещала. Да брось, возьми себя в руки. Ты говоришь это по его указке. Стойте, спокойно, я... Девочка явно не в себе. Я вполне в себе. Но я больше, чем просто я. О чем ты? Где твоя мама? Мама здесь. Вот здесь. Внутри меня. Что ж, спасибо, все ясно. Свет объединил нас. Я думала, она погибла. Но я могу вернуть ее. Они ждут.
Когда мы их вернем, нужно лишь верить. Великий Объединитель помог мне понять. Это просто обман. Уж я-то в этом разбираюсь. Почему ты не веришь в меня? Почему ты не слышишь? Никто вообще не слышит! Я покажу вам. Стой, мам! Мама! Нет, нет! Мама! Стой! Ей не придется умирать, Питер. Ты спасешь ее. Я обещаю. Назад! Ваши гадкие лапы не тронуты волосы на его голове! Я сказала назад! Пощады нет! Прогони их, Питер! Ты сможешь! И ты меня спасешь! Я так по тебе скучал! Сдохни, Питауэр! Теперь вы за все заплатите! Питер, ты здесь! Я знала, что ты вернешься! О, Питер! О, Питер, сынок! Мама, что происходит? Как это возможно? Ты спас меня! Вот как! Я знала, ты бы меня не оставил! А, конечно, в смысле... Ну и ну! Ну и ну, совсем взрослый. И ты великий лидер, как я и предполагала. Питер, я так тобой горжусь. И папа бы гордился. Я не понимаю, ты же умерла. Я что, вернулся? Ты здесь, вот что важно. У нас с тобой уйма времени. У тебя, меня и у твоих друзей. Друзей? А что? У нас же огромный дом. Я жду встречи с твоей смелой командой и рассказов про безумные приключения. Это ж... Я же так об этом мечтал. О, ничто нас больше не разлучит, обещаю, Питер. Обещаю. Не верится, что ты здесь. Мам, мне бы вдохнуть. Нам столько нужно наверстать. Может, мы наконец доиграем в ту игру? Чувствуешь обещание вокруг нас? Матриарх навсегда вернет нас друг к другу. А вот его, похоже, можно заменить. Масло, наверное, можно подлить. Немного разболтался, но причина точно не в нем. Свечи как новые, значит, дело не в них. Питер, ужин почти готов. Да, уже иду, мам. Мередит Квилл, где ты хранишь разделочные ножи? А, около плиты есть один в ящике. Там лишь тупая железяка, негодная даже ребенку. В следующий раз я привезу тебе кататианский клинок. Он способен разрезать цельный металл. Я предоставлю рецепты. Моя жена готовит восхитительный суп из топоров. На вкус, кстати, реально неплохо.
Его обожают все наши могучие воины. Я есть Грут! Я есть Грут! Я уже собиралась выйти и еще раз тебя позвать. Что-то никогда не меняется. А, Питер Квилл, твоя мать как раз поведала нам о твоем отрочестве. Только о самом интересном. Она также сообщила, что нашла для тебя подходящую супругу. Но ты отказался образумиться. Дракс, ты сказал, это останется между нами. Вот в чем ваша ошибка, миссис Квилл. О, да. Он тот еще сплетник. Информация – важнейший ресурс. И поэтому ты так щедро ей делишься. Это ж... Я же так об этом мечтал. О, ничто нас больше не разлучит, обещаю, Питер. Обещаю. Не верится, что ты здесь. А? Мам, мне бы вдохнуть. Нам столько нужно наверстать. Может, мы... Отпусти, хватит. Не верится, что ты здесь. Серьезно, мам? Не верится, что... Пожалуйста, отпусти. Хватит обниматься. Питер. Питер, да ты что? Прошу. Я не понимаю. Я люблю тебя, Питер. Что я сделала? Давай, Питер, пока он отвлекся, доберемся до Ники. Мне надо помочь. Скорей. Пап. Пап, давай, подъем. Времени мало. Мы ничего не успеем. Мама скоро придет. Давай, вставай. Ники, что? Что за... Что за черт? Надеюсь, я не внутри странной серии «Сумеречной зоны». Вы там внутри? Ребят! А когда я ее снимал? И вешал в шкаф? Мама их тебе разрешила? Это ты ее убедил. Зачем мне было ее убеждать? Они же клевые. Наконец, помоги. Мама скоро придет, и надо все подготовить. Подготовить? Ко дню рождения. Сегодня. Ты опять забыл? Пап? Нет, нет, конечно нет. Я не помню, как я заснул. Класс! Поможешь мне все сделать, как мы вчера договаривались? Ты мне помоги с проектором, ну и торт еще, и подарок наш с тобой. Хочу к ее приходу успеть все подготовить. Ну, ладно. Ого! Сама его испекла? Потрясно. Не, мне с планеты тортов доставили. Есть планета? Нет, я его испекла.
Так, остался подарок и проектор. Ники, так и должно быть расплывчато. Конечно, нет. Там фокус сбился. Можешь подстроить. Ого! А здорово вышло. Я боялась, что не будет правдоподобно. Стоп. Сама нарисовала? Ага. Это Хала и ее звездная система. И я все луны нарисовала. Красота. Дело только за подарком. Он был где-то в комнате. Мы ведь еще на мамином корабле, да? Конечно! Какой ты странный! Странное — это слабо сказано. Чуй. Ага, он капитан Милана. Что, правда? Ну, поздравляю, типа. Твоя треуголка. Ты ж сам мне подарил, не помнишь? С днем рождения, Ники и Питер. Но я этого не помню. Нашел? Да. Положи к остальным. Да, вон там. Положи на стол. Сделано. А что там? Мы вместе купили. Помнишь, мы гуляли на Забвении, ей понравилась картина? Вид на Крилар. А, да, точно. Еще что-нибудь? Вроде нет. Как тебе? Потрясающе. Маме понравится. Спасибо, пап. Я тебя люблю. Ладно, я... Ники, почему заперто? Мама, я все проверю, а ты открой ей дверь. Сюрприз! Питер, что это вы... Нет! Не верь, Питер. Это не наяву. Ее обманывают. Она не должна была быть там. Увиденное ею... Я не знаю как, но мы трое теперь связаны. Эта тварь овладела ею, но ее можно спасти. Ей надо смириться с тем, что я умерла. Помоги ей меня отпустить. Освободи мою дочь. Спаси ее. Прошу! Дитя! Отведите матриарха назад! Ну же! Вы не приняли обещание и показали, что вы недостойны! Вы будете уничтожены! Так нельзя! Что она сделала? Нет, игры разума! Меня как вы! Я сейчас! Займись Рейкером! И Ники тоже! Делаем больно, Гамора! Готово! Куда они забрали Ники? Может, подумаем об этом позже? Это правда!
враг так просто не сдастся. Дедуля, хмырями своими решил пугнуть. Не дайте им из зала выйти. Вот черт. Нас сейчас порвут! Не порвим! Напусти меня на этих глупцов! Жду подходящего момента! Готовились, бандюшки! Готов! Да, это пытающий урок! Просто... Да, займись этим плоскобордом! Он лечит своих корешней! Подравлюсь ее! Уберусь на путь! Не позволяйте летающему созданию лечить союзников! Есть, Антоний, слово исцелять! Это и сделаем! Я пытался привести его в чувство! Займись летуном! Он лечит свой отряд! Я смотрю, Питер в шоке! Я вижу круг! Осторожно! Вот кто усилился! Этот крест накачивает! Нет, я не позволю этому гаду снова ее взять! Забейте на проповедника! Нас сейчас порвут! Надо отогнать этого летуна от его друзей! Так, это не стреляет за штуку, отражает огонь! Советую уклоняться! Колдон насыщает их, колдон защищает остальных! Есть антоним слово исцелять! Это и сделаем! Он лечит корешей! Рут, твой выход! Какого этот тренер подыгрывает своей команде? Покажи им ракета! Всегда лучше решение! Кровь кипит! А теперь к делу! Если поговорить с ними... Ты с трупами потом поговоришь! Он смеется над нашими усилиями! Эти получают приз за самый жуткий костюм! В этом, наверное, запись! Я на них поручу! Побереги! Так они научились, так пари! Им это не поможет! Гамора, руби! Резкий поворот! А он вообще знает, что такое боль? Смерть! Это сорняки и груд! Спас от них! Моя магия не спасет их, молчание! Есть антоним слова исцелять! Это и сделаем! Ужайтесь! Эта копка для патронов у меня уже в печенках сидит!
Так, я пожарю его мозги! Это нужно это заслужили! Поехали, поговорим с ними! Ты с трупами потом поговоришь! Ну дальше, Питер! Моя великая сила не используется! Мы здесь как на ладони. Как нам выбраться? В дроне Рейкера была карта корабля. Я проведу... ...нас к радиорубке, чтобы вызвать Милана и свалить отсюда! Хорошо, а выбраться-то как? Береги! Я вижу лестницу! Предусмотрительно. Гамора, стой! А нам точно надо наверх? Точно! Потому что здесь нас ждет только смерть! А я как раз заскучала! Я убью тебя! Реально дрянь! Где же выход? Его нет! Так сделай! Дракс, ударь здесь по стене со всей силы! Зачем? Затем, что нас сейчас убьет! Точно! Вперед! Мы можем сбежать через слив! Ты спятила? Это токсичный хладоген! Нельзя в него взять и окунуться! Стоять тут тоже нельзя! Я неясно выразился? Прыжок туда! Мгновенная смерть! Дракс, ты в порядке? Да. Ну ладно, может это и не хладоген. Щекотно.
Квилл, может, обсудим, что твоя дочь хочет убить нас? Рейкер с ней что-то сделал. Это... Как думаешь, может, они в старом рудном секторе? Нет. Великий Объединитель отправил туда дронов ликторов. Будь они там, их бы дезинтегрировали. Под хвосты. Я есть груд? Может, и да. Но если мы заблудились, и они нас не найдут. Нам крышка. Мы заблудились, и нам крышка. Момент. Дайте сориентироваться. Этот корабль очень большой. Доверься инстинктам, зверёк. Зверёк? Ну, всё лучше, чем выродок. Глупенький ты, зверёк. Что они делают? Отрезают нам путь. Столько дверей. Ты знаешь, как нам выбраться? Уже да. Вон Мусорс. Ты назвал его Мусорс? Да. Глядите, он выведет нас к радиорубке. Вон, там наш выход. Ничего, мы справимся. Гляньте, придурки нас не замечают. А я уже говорила, что обожаю незаметно подкрадываться ко всем. А я говорил, что ты внушаешь мне страх. Не тратьте время на этих дуболомов. Чем скорее свалим, тем скорее спасем Никки. Тем скорее найдем Милану. Мы не бросим девочку. Спасибо, Мусор. Ты ему доверяешь? Конечно! Он теперь за нас! Сбрасывай! Береги! Сражаться бессмысленно! Надо выбираться, Квилл! Знаю! Одним фанатиком меньше! В этом зале есть великая сила! Это был комплимент? Спасибо! Хочешь увидеть салют? Запускай, драк! Разделаемся с ними, чтобы мусор нас вывел! Он мусор! Мусор! Он не всегда малыш! Прятывай руки! Вы это слышите? Я не слышу! А мой слух открыть было! Они все отправляют сюда стражников! А мы продолжаем их встречать! Это враждебно все от меня! Так, швыряй! Верующий пал от моей руки! В этом зале есть великая сила. Все больше поводов свалить отсюда подальше. Еще нет. Сначала нужно разделаться с врагами. Быстрее, быстрее, быстрее. Вмять. Давай сюда. Отойдите. Да, Мусорсу теперь нужно будет на Милана где-то жить. Кому-то из вас придет... Парни, надо спешить!
Черт, тупик! Что теперь? Туда! Выберемся по мосту! Если переберемся через пропасть. Вмять! У нас проблема посерьезнее. Снова дрон. Квилл, найди способ добраться до моста, пока нас не прожарили! Питер, скажи, что у тебя есть план. Вон там колонна. Дракс, толкни-ка эту колонну. Да. Нет, 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 не туда, Дракс. Какого хвоста? Поголовый ты подум! Это был наш... Нет, 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 нет! Нет, нет, нет! Очень прекрасный! Квилл? Мусорсу теперь нужно будет на Милана где-то жить! Кому-то из вас придется тут... Что теперь? Туда! Выберемся по мосту! Если переберемся через пропасть. Вмять! У нас проблема посерьезнее. Снова дрон! Квилл, найди способ добраться до моста, пока нас не прожарили! Вон там Дракс, толкни-ка эту колонну. Да. Нет, 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 не туда, Дракс! Какого хвоста? Дракс! Да по головой ты подул! Это был наш... Неважно, вот он наш шанс. Бежи! Квилл, эта штуковина реально на тебя запала. Ничем не могу ей помочь. Надо идти дальше. Мне это не нравится, Питер. У меня есть к вам вопросы. Сейчас не до этого. О, это что, камера пыток какая-то? Выглядят умиротворенными. Смерть бывает весьма умиротворяющей. Из них будто высасывают жизненные силы. Или веру. Славно они вещи. Да уж. Хватит с меня этого. Надеюсь, радиорубка уже близко? Мусор послал нас сюда. Он послал нас в тупик. Но для него это был не тупик. Вообще-то... Будем надеяться, что короткий путь Дракса ведет туда же. Да, короткий путь. Сажаем по поле, закашиваем, давали тут орехи сделали. Много пуль. У меня их много. Покромсаю. Грунт, нам нужно время. Чего они хотят? Насильно промыть мозги всей галактики? Он сам верит в ложь, которую создал. Опасный ты. Скажись со мной. Что такое боль? Покажи им, что ты можешь! Сюрприз! Хватай их, Рут!
Сажаем по боли. За каждого из кого они тут батарейки сделали. Будет много боль. У меня их много. Давай, ракета! Давай, за дело! Берись со своей судьбой! Да! Сюда! Посмотрим, что ваша вера может против моей обоймы! Ты их обратил, ракета! Так они что-то вроде космических вампиров? Вместо крови высасывают веру? И летают на своем проклятом корабле? Они почти бывшие космические вампиры! Ракета! Жги! Давай, лупи! Боль ждет тебя! Место застрял в твоем обещании! Они знают, что умирают! А если мы все застряли в обещании? Мне нужен реванш, великий восхититель! Сажаем по поле, за каждого из кого они тут батарейки сделали! Будет много пуль! У меня их много! Я наслажусь этим! Пришпиль его, Грон! Надо разделаться с сектой, пока она не стала сильнее! Я не дам им стать сильнее! Ловите как гранату, придурки! Пусть летит, Драк! Они не видят света! Давай, труби! Вот так вот! Гляди в оба! Думаю, я больше не усну после того, что мы тут увидели! Но ведь мы не спим! Сразимся же! Минус один! Вера ведет их в пропасть! Да ну ты это заслужили! Открывай! Что дальше, Питер? Гамора, Рек! Мясо! Хочу знать, куда делся Рейкер! Живым я его не отпущу! Вряд ли он к нам выйдет! Это опасно! Тени вокруг нас! Демоны черной пустоты! Вот это было славно! Так, на чем мы остановились? Я есть Крут. И я хочу отсюда выбраться. Да! Да! Это точно она! Радиорубка! Наконец-то! Нужно выбираться отсюда, пока нас тут всех не похоронили. Не худшее место для этого. Ракета, поколдуй. Да-да, я посмотрю. А вот и ретранслятор. Он-то нас и выручит. Ну и сколько на это уйдет? Я без тебя не справлюсь. Конечно. Хорошо. Постой. Вот здесь. Ладно. Порядок. Ну. Зачем притворяться, будто мы не видели то, что видели в церемониальном зале? Потому что обещание — это скрытая ложь. Ты в этом уверена? Я была готова поверить, но знала, что проснусь и... Все исчезнет.
Что вы видели? Я... Есть Грут. Я видел маму. Живую. Но там был кто-то еще. Призрак. Да, именно. Девочка у этой твари в руках. Видимо, она ей лжет. Про Карелла. Знаю она. Вот ты мне врал! Да, я специально так сделал. Милана уже в пути. Спасибочки. Ладно, уходим, пока эти вервольщики не опомнились. Так куда пристыкуется Милана? Ха, ты смешной, пристыкуется. Разрешения на стыковку у нас нет, будем импровизировать. Ладно, надеюсь, в космос сигать не будем. Почему же? Будем. Я даже нашел подходящее место. Что? Не дрейфь, я знаю, куда нас ведут. Питер, здесь есть рабочий верстак. Если надо, давай быстро. Этот дрон нас преследует. Вооружен, значит, предупрежден. Давай. Ладно. Технический наворот. Одна штука. Аж спину прихватило от всего этого. А теперь валим отсюда, пока можем. Фу. Нам надо на ту сторону, но эта дебильная дверь не запитана. И как ее запитать? Найти что-нибудь совместимое с этим разъемом питания. Может, электричеством ее? Она на вере. Так что если только твои пушки не умеют пулять верой... Вижу робота-убийцу. Может, его аккумулятор сгодится? Стоит попробовать. Эй, эй! Не круто! Ты знаешь, что делаешь? Да. Он ведь в аккумуляторном отсеке. Подойдет? Сейчас узнаем. Подключай! Похоже, подошел. Кто-нибудь, ходите за разрушителем. Дракс, ты с нами? Дракс. Эй. Эй, Дракс, в чем дело? Мне пришло в голову, что все это может быть затянувшимся сном. Это не сон, точно. Но нам надо идти. Хорошо. Отстой, ненавижу. Да уж. Стой. Я не путь.
Ну да, малость стрёмно. Корабли не издают таких звуков. Даже у Читаури. Они поют? Скорее, будто молятся. В любом случае, их там целая толпа. Я есть Грут. У нас нет других вариантов. Или идем дальше, или нет... Ребята, что бы это ни было, я хочу, чтобы вы знали. Нет другой такой команды, которой... Ты уверен, что сейчас самое время для предсмертной речи? Хвост, что бы это ни было, оно реально близко. Что за... Вмять! Да их здесь миллионы. Даже больше. Я есть Грут. Да? И как ты предлагаешь им помочь? Нам надо думать, как самим убраться из этой дыры. Мы выберемся. И расскажем Космо об этом кошмаре. Он разберется. Церковь пришла за нами! Вмять! А можно угнать эту лодку? Возможно. Взломаю по-грязному. Народ, оружие к бою! Я думала, оно у тебя всегда готово к бою! Я надеюсь, ты так же готова, как и я! Мы тут как на ладони! Ничего! Смотри, что снижать! Не будет больно! Никого не знаю! Перезабери лодку! Дрон, давай! Кто ж тебя прогал? Вот нажми, ракета! Пугай! Его вера не смогла уберечь его от гибели! Не расстраивайся! Попугайте все! Ракета, пообещай, что не дашь мне оказаться на их месте. Кто, я? Да, ты не подведешь. Слушай, если уж тебя схватят, то и нас тоже повяжут. Сделай, что сможешь. Ладно, поглядим, что можно сделать с этой штукой. Давай, давай! Ты уверен, что... О! Если крошечный аккумулятор веры снабжает энергией робота, страшно подумать, для чего им столько энергии. И они принялись за целые планеты. Это еще цветочки. Вы слышали? Ты о чем? Это... О! Все нормально. Они отскакивают от щита. Что за хвост? Щит отключился, чтобы! Не высовывайтесь, я разберусь! Ну прочь с моей платформы! А им наплевать! Они лезут из всех щелей! Штуковин! Я их жду! Лодка падает! Срочно сажаем эту махань! Что тут такое? А теперь ракета! Теперь ищем другую лодку, целую! Они хотят нас сажать! Эй, дуболомы! Встаньте-ка поплощей! Умри с честью! Этот мерзавец усиливает своих корешей! Мы должны уничтожить их, целителя! Мы ищем лодку, в которой нет пассажиров! Нам надо отсюда выбраться! Да, нужно разглядеть за этим без движения! Вонючим сектантам покончат! Их вера ведет их в тропы! Хотят отвлечь нас и выслать под ногу! Работает! Есть на что отвлечь! Что тут такое? Что
еще! С удовольствием! Крут, быстро пьем их! И срочно валим отсюда! Я бы с радостью! По этим я не хотел сама! Хотят отвлечь нас и вызвать подмогу! Работает! Лично подвлечься! Надо угнать еще одну лодку! Так, народ, ищем транспорт! Теперь есть эта сила. Она сможет дать отпор. Ты шутишь? После такого промывания мозгов уже не отходит. Да сколько же их тут? Ракета, оторвешься от них! Как? У нас такая же лодка! Черт, щит накрылся! Не давай по нам стрелять! Берегись! Они пусть берегутся! Нас подбили! Сильно зацепили! Сильно! Придется садиться! Быстро бьем их! И срочно валим отсюда! Похоже, это ловушка! Зачем они бьются? Ну, круто, железо! Плохо дело! Готовьтесь к бою! Крут! Притормози! Ты знаешь, что... Вперед! Вернулся к смерти! Нет! Такой огромный робот может немало выиграть! Отпусти ее! Или нет, будешь иметь дело с разрушителем! Придется постараться как следует! Внимание! Брось ее! Кому сказал, брось! Мять! Мы хоть немного его задели! На куски! Вовремя! Остановись, я за вас остановлю! Им надо срочно причаститься! Такое ощущение, что я палю в него уже вечно! Чем они бьются? Рейкер все популярно объяснил. Этот подход просто жрет мои патроны! Хватай их! Он лезет из всех щелей! Штуковин! Возвращайся в битву! Для больших проблем большие помощники! Спасибо, Драк! Ты сгинешь в муках! Крут! Покажи своим, что тут такое! Тут хранят топливо для лодок! Тупая груда железа! Плохо дело! Готовьтесь к бою! А ты поможешь, Гамора! Тебе с нами не сладить! Нет, зачем они бьются? Чапнутые космические сердца! Хотят отвлечь нас и вызвать подмогу! Работай! Есть, что смотреть!
Мы не осилим еще и подкрепление! И скажи! Почему он еще стоит? Только не подставляйте! Они на своей территории! Что тут такое? Тут хранят топливо для лодок! Ракета! Взрывай! Церковь более открывает двери! Непонятно, чудо говорили они боль, но умирать умеют. И сказала Гамора, да будет больно. Почему они бьются? Просто смерти! Отлично! Надо уходить! Мяч! Какие упрямые! Вы первые пришли! Валите! Не отступать! Моя великая сила не используется! Вы что, пчелы? Не срать, что валим отсюда! Я бы с радостью, но они что-то не хотят сдаваться! Тут еще лодка! Еще один ли... гроб забраться хочет. А этот гроб тебе подходит? Ты прав. Я щит! Не знаю! Не работает! Придется так обходиться. Они у нас на хвосте. Как выберемся? Я не хочу иметь к этому отношения. Выбор у нас есть, но это не наша проблема. Мы пошли на сделку, теперь надо выжить. Нет, мы не герои. Это чистая реклама. А задача у нас... Эта штука сейчас развалится! Ну же! Мы пошли в цели! Думаешь, успеем? Нет! Хотят отвлечь нас и вызвать подмогу! Работает! Есть на что отвлечься! Что тут такое? Тут они заряжают свои батарейки? Хватит с меня лодок! Я думаю, у них больше и не осталось! Стойте! Чувствуете? Нет. Вибрации изменились. Мы близко к периферии корабля. И близко к Милана. Ты такое чувствуешь? Алло, усы же! Силы!
Бежи! Умри! Давай сюда твои бомбы! Попались, вонючки! Их настойчивость не доведет до добра! Стоп! Кажется, я знаю, где мы. Мы на Сакрале. Вау, чувак, не в бровь, а в глаз! Но скоро мы уберемся с Сакрали. Так, веди. Вот он где. Не следуйте за мной. Я за Рейкером. Что? Гамора! Доверься мне! Ай-ай. Прямо по курсу еще одна куча дуболомов. Ракета! Фейерверк! Никакой пойдет! Из Гаморы будет непросто! Как его достало тут бить! Еще один фанатик готов! Нам нужно теперь сыграть! Она просто сыграет! Она знает, что делает! Надеюсь! Отжигай своих корешей! Наши враги стали сильнее! Этот летун лечит остальных! Это нечестно! Он открыт! Давай, навали его! Наши враги смеются, когда шаман им приказывает! Надо двигать! Осторожно! Питающее создание начинает свое колдовство! Эй, его! Эй, это дрон усиливает остальных! Наши враги стали сильнее! Хватай, дружище! Взорви! Надеюсь, Гамора оторвет мне голову! Кому как не ей это сделал! Что ж такое? Почему он помогает всем, кроме нас? А где убийца? Мы снова подобрались к великому Марине! Он всех отправит за нами! Надеюсь, мы свалим отсюда раньше! Не думал, что это скажу, но мне реально надоело во всех палить. Я из Грут? Нет, не совсем. Я бы отдохнул денек-другой. А то уже палец указательный сводит. Схватись вон там. Я из Грут. Да, что будет, если она нас не догонит? Если они поймут, что мы на Милан, они точно сдерживаться не будут. Я не оставлю Ховод еще раз. Ховод? В смысле Гамору? Да, конечно. Ту, что убийца. Гамора просила довериться ей, и я... Мы сами слышим. Тошнит уже от этой хрени. Нет, почему эта штука никак не отстанет? Ну же, бегите! Я ненавижу этот мерзкий корабль! Вперед, вперед! У меня ноги, руки! Нажимай стопы, Питер Квилл! На мне тяжелые ботинки! Прыгай! Что? Прыгай! Нам надо двигаться вперед, Квилл! Ракета! Подрывай! Сражись со мной! Пора наносить удар! Их слишком много! Давайте в лифт! Слушайте, Крона! Все сюда! Мой черед, здоровяк! Я
убью тебя! Ты молодец, Грил! Не трать время! Почему мы еще здесь? Я пытался привести его в чувство. Это мы на это заслужили. Она вот-вот прибудет. Точно? Нет, но это все, что я могу. И времени остается все меньше. И как только они засекут Милана, они откроют огонь. Ну, я включил на нем бесшумный режим. Но кто знает, что за сенсор у Рейкера на этой штуке. Покажи свои волшебные пасы! Покажи им драк! Боль ждет тебя! Спасла его! Мы не сможем вечно убегать. Нужно отрезать им путь, или мы погибнем. Так, у меня идея. Спровоцирую перегрузку в аккумуляторах и устрою им бабах. Насколько большой бабах? Самому интересно. Отвлекайте их, а я все заминирую. Подхвосты здесь. Мне нужно время. Не подпускай их близко. Почему они не использовали эти неизвестных ресурсов? Делай это, здоровяк. Программирование. Я знаю. Так, покажи им! Рисо, твоя любовь! Нужно отвлечь их от ракеты! Служите этого человека, если хотите жить! Такое ощущение, что я палю в него уже вечер! Великий Громила! Мы его одолели! Да! Опять эти ненормальные сюда скачутся! Покажи им, что... Вот где Гамора, когда она нужна? Говорю же, не командная на игрок! На себя-то посмотри! Кто от нас уходит? Сложусь этим! Берегите! Я не чувствую! Выживание! Вашей благородства! Грил, с хвостом клянусь! Если ты тебя не подстрелят! Не бойся, мы тебя прикроем! Они не так! Я в долгу перед тобой, Питер Квилл! Я тебя не брошу! Такой огромный робот может немало быть!
Ракета! Как дела? Не дергай меня, когда я ползу в открытом чате! Укрытие! Так, этот готов! Отлетай дальше, а я займусь следующим! Не знаю, насколько меня хватит! Постарайся! В этой схватке. Потому что у тебя какое-то похмелье. Просить о помощи не стыдно, Питер Квилл. Враг спешит на помощь. У меня когда-нибудь не получалось что-нибудь сорвать? Скинь! Это наш шанс! Сейчас я тут устрою! А теперь валим отсюда! Сколько у нас времени? Я перестарался! Ходу! Нет! Нет! Ракета и где? Ходу! Куда он ведет? Туда! Куда туда? Наружу!
Ха-ха!